стала известна дата прощания с Олегом Ануфриевым. Зять артиста рассказал о предварительном месте церемонии. 28 марта в возрасте 87 лет ушел из жизни народный артист Российской Федерации Олег Ануфриев. По словам его зятя Сергея Солодинина, прощание с актером состоится в субботу, 30 марта. Предварительно, в пятницу, траурный зал Центральной клинической больницы Управления делами президента. Напомним, что первым о смерти Ануфриева сообщил в своем инстаграме Александр Олешко. Шоумен назвал артиста «голосом детства». Многие популярные песни, записанные Олегом Андреевичем, звучат в мультфильмах, и поблагодарил Ануфриева за то, что тот одарил дружбой и общением. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!